Привет, ребят. У нас сегодня на ужин картошечка жареная. Здесь огурчики с луком. Сейчас я добавлю еще кефир. Хлебушек салка. Это доченька салатик с хлебцами. Так что мы садимся ужинать. Привет всем. Вы же здоровы. Можно не здороваться? Мы сели ужинать. Так что дочь у меня, представьте, сегодня ужин готовила полностью сама. Дайте ее похвалю, мою хорошую девочку. Она жарила картошечку сама. Салатик делала мне. Как? Огурчики с этим порезала. Сейчас только добавлю этот. Ой, кефирчику. Я, короче, такое люблю. Это у нас блюдо еще с деревни коронное. Кефир с огурцами. И луком. И луком, да. Хочешь тёпку попробовать? Нет. Я кефирчик убираю. А мне некогда было, я делала бисквит, да, сейчас будем его украшать, и потом будем чай пить, и соли еще добавляю. Ты не хочешь попробовать? Чуть-чуть. Сало с хлебом. Я, короче, хочу вот так сделать. А что, сметанку дочь не ешь? Нет. Она слишком жирная, мне не нравится. Ой. Чему она там жирная? Мама, не знаю, я давно ее уже перестала есть. Редко могу так попробовать, и все. Какая-то не очень. Итак. Поплакался. Наташка, молодец. А я говорила, что повар. Эта картошка будет вкусная, жареная. Которую вы новую купили? Да. Где покупали? В киоске. Понятно, что. Я пробую, не понять, не могу мы соль. Кинула, что-то мне маловато, маловато. Ну, такой кайф. Я, короче, пока садилась, у меня слюнки бежали. Кстати, ребят, я хотела, хотела есть, сейчас перехотела. Да? Мам, ты посмотрела потом видео, можешь комментарий уже написать. Суп я уже не добавила. А, ты его еще не добавила? Так, что-то это вкусняшечка, ребята, вообще обалдеть. Не знаю, мне нравится картошка. Картошка вкусная. А вот эта похлебочка вообще. Либо картошка такая, либо картошка. Уже правда, вкус. Да, вкусненько. Степан. Она делала. Рядом стояла. В смысле, так ты не готовила? Ну ничего. Так-то ты рядом была? А ты, если я сама приготовила без тебя? Ну, я рядом была, и чё? Ты это сама делала? Ну, кошка вот же лежала. Ты так смачно ешь. Ты вообще... Обалдеть. Кошка же мне по зубам ударила. Все посало. Чернеешь. Один кусочек. Сало есть? Он вчера съел. Угу. Серьезно? Угу. Чего себе? Даже. Можешь ножик дать? Зачем? Да. Угу. А, он съест. Он говорит, эту жопку не будет есть. Да. Я вчера куриную жопку съела. И чего? Откуда, как ты так можешь? Мам всегда ест. Ну. Вот у меня жопа большая. Да-да-да. А Степка переживает. Хочешь, чтобы у тебя жопа выросла, Степ? Нет. Все нормально? А что ты без хлеба? Ну, хочу выпекать. Мне не нравится, мне так. А хлебец будешь? Ты все съела? Нет, там же еще была. Как? А, ты лук выбираешь? Угу. Ну, что он откладывает? А ты что, лук не ешь? Странно какой-то. Мама все съест. Не нравится или что? Нет. Не знаю, Наташ. Все, тебе вопрос задал, Наташа. Почему ты лук не ешь? Да. Здесь какая-то перченая.
Вот это вообще. Прям я. В последнее время я люблю молочку. Молочку не надо, да? Да. Я люблю, короче, вот прям ебсить, мне нравится. Эту штуку тоже. Ацетофилин, что-нибудь такое, где нет сахара. Вот йогурт мне не нравится. Угу. Вот что-нибудь такое вообще прям полюбила. Вот этот кисель, который я покупала, видела? Тоже такой вкусный. Раньше я вообще такой не ела. А сейчас? Какой кисель? Ну, такой мудежонок коричневый. Угу. А я, наверное, не попробовала его. Тебе бы не понравилось. Я тебе дам попробовать. Я сижу, думаю, сейчас картошку возьму и салку. Не успеваю. И, короче, кефиром заедаю. Но если сало, то мне надо хлеб. Хлеб нужна картошка. А сало, сало без хлеба никак. Нет, ты меня перебила. Если ты хочешь есть сало, без хлеба никак. Если без стёба. Чего у нас времени уже опять много? Чего опять много? Ну, 24. Стёпка, так, который все... О, господи! Что такое? Микроволновка ёлкнула. Сейчас, Стёпка, мы ещё торт будем делать, Наташка. Ты вздрогнул, я такой опоздал, вздрогнул. Сейчас бисквит остынет. И я его это... Кстати, грецкий орех сейчас разыгрываешь, нам раздолбишь. О, с радостью. Угу. О, как они вкуса. Ты что, видел, как я взяла кофе? Угу. Кстати, смотри, сейчас у тебя. Кстати, мы купили цикорий, его можно тебе пить, он как кофе. Угу. Вкусно. А так что вот эти печеньки, можешь с кофе мить, тебе вообще вкусненько будет. Угу. Не, мы сейчас тортик сделаем. Орешками посыпем сверху. Только их поменьше, да, Саша, с крошем? Да. Потому что крупно сильно не это, не вариант. Что ты хочешь? Не надежду, да. Что ты там ищешь? Орех. А? Зачем? Короче, я уже не стала. Картошку. Это испорченный. Наверное, что и без хлеба, наверное. Мне кажется, этот орех испорченный. Почему? Ну, видишь, он где будет выдолбить. Да, ну что? Нормально. А помню, когда я всегда кушал, всегда под столом. Занялся? Ну, все еще. Хлебушка, салфа. Нет. Не хочешь? Ну, сало тоже такое вкусное с картошкой. Мне кажется, я лохматая сижу. Я сама себя не вижу даже туда. Угу. Видишь? Тебя ты, конечно, вижу. У меня? Я вижу. Он смотрел, как танцует. Угу. Ну, будешь уроки не делать, просто вот всё. Кому? Он уже кушает. Мне немного стало. Сейчас, кстати, бисквит еще это долго. Потому что там полностью сухой был. Ой, остыл. Холодно. Ну, как раз бисквит сделаем. Там уже мы отойдем, и можно будет чай попить. Нет. А я кофе куплю. Спать, если чай с утра. Не будем делаем, чтобы ночью настоялся и с утра поел. Поешь вкусный торт. Все, нельзя надо, да, вечером есть? Нет, нам нельзя. Запрещать мне есть. Я бы уже жрала. Ты сало жрешь, сейчас радуйся. Все, спасибо. Вот и все. Возьми мне вот так к орехам. Все, сало хоть разрешает есть. Я сказала. Сало не запретишь. Надо взять вот так грецкий орех, я в лицо кину, чтобы она выключилась, и мама скушала весь пирог. Ой, не пирог, а этот. Торт. Без
бисквит. О. Ты еще будешь? Я уже все. Да, да. Ребят, очень вкусно. Рекомендую. Вкуснотища нереально. Я смотрю, как орех. Потом полюбите. Осипка. А такое, если попробуй. Осипка, сегодня посуду опять мой. Кто последний? Я вчера убежал из стола. Я это съел. Спасибо. Было очень вкусно. Наташка молодец. Да, спасибо. Приготовила. Завтра что-нибудь тебя будет готовить, да? Это надо заниматься или рисовку делать? Завтра что-нибудь придумаем. Так что всем удачи. Всем пока. Пока-пока. Ребят, вот теперь я собираю свой бисквитик. Его разрезал. У меня один лист был. Я его разрезала на 4 части. Посерединке. Этот корж совместный был. И потом еще. Короче, 4 штучки получилось. Первый слой я смазываю. У меня тут сгущенка. Короче, что нашли? Было в холодильнике. Сгущенка у меня здесь и сметанка взбитые. Здесь у меня шоколадная глазурь. Сваренная вот такая вот. И здесь творожная масса с черникой. В общем, сейчас я кладу вот этот бисквитик наверх. А, еще. Ой, дочь, орешки давай. Все, и сейчас орешками еще посыпаем. Так, и вот теперь каждый слой. Так вот еще орешками посыпаем. Ну, так еще поменьше раздолби. Сейчас. Кладу потом наверх. Еще один. И этот лист я буду смазывать. Ой, господи, лист. Корж. Буду смазывать вот этой штучкой. Потом опять покладу. Потом вот этой глазурью полью. И следующий у меня будет вот этой заправлен. И сверху еще глазурью полит. Сейчас все сделаю. Покажу, какой он. Другой слой. Засыпаю тоже орешечками. И кладу следующий бисквит. Сейчас я его сгущеночкой помажу. Так, вот этот корж я помазала. Опять посыпаем орешками. А здесь корж я сначала перевернула вот так на столе, потому что я глазурь буду наливать, она мне растечется. Я сейчас это сырный, где у меня в разрезе, его смажу хорошенько глазурью и переверну глазурью вниз. И сверху на ту корочку буду уже чуть-чуть еще глазури налью и буду посыпать кокосовой стружкой. Все, ребята, вот так вот по бокам я тоже все замазала его весь. Сейчас могу даже показать по кругу. Вот такой у меня бисквитик. Сейчас у меня тут еще осталось глазури чуть-чуть. Я прям так на серединочку. По краям. И он у меня растечется. По боковинкам. Ой, я подняла кверху телефон. Наверное, видно не было. Как у меня глазурь растекается. Наверное, не видать. Я его телефон сильно подняла. Так, сейчас покругую. А с этой стороны вот маловаса, потому что я не видела. Вот, смотрите, оно все, короче, потекло. Давай, дочка, кокосовую стружку. Все, ребят, кокосовую стружку засыпаем. Ой-ой-ой, короче, от души. И дочь, еще этими. Орешками? Орешками, да? Вот так вот засыпал кокосовый рай у нас, короче, полностью бисквит. Еще орешками сверху. Обалдеть. Ну, Наталька мне сегодня сказала, кушать нельзя. Так что завтра я его буду кушать. Та-дам. Вот, ребят, сегодня, короче, намутили мы бисквит с доченькой. По-быстрому, из того, что было. Если хотите рецепт, я напишу какой. Кокосовый рай, короче, вот такой у нас бисквит. Завтра покажу его в разрезе. И попробую, и расскажу, какой он на вкус. Так что...